Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. Мы находимся... Эта шутка никогда не устареет. В Рапчуре? В восторге. И мы не в восторге от того, что мы в восторге. Вот. Тут мы были? Кстати, тут мы не были. Ферма деревьев. В последней серии местный ученый, который, собственно, вырастил весь этот сад на дне океана, она попросила нас найти для нее растение. Чем мы, собственно, и занимались. И теперь мы несем его обратно. Однако... я чуть не хочу туда идти. То есть я все равно знаю, что там ничего нет. Потому что у нас маленькие сестрички обе уже спасены. Это хорошо. Вот что меня испугало, это то, что вот эти вот штуки, они появились, какие-то проемы в стенах. Из них поперли сектанты. Даст мне денег. И всем нам даст. Надо только подождать. Подожди. Так, хорошо. Электродуэль. Ой, картечь, дуэль, говорю. Что-то думал о дуплете и ляпнул. Так, хорошо. Исследовательские лаборатории профессора Холден Лэнфорд. Эта дама как раз таки нам и нужна. Поэтому давайте двигать. Ты принес Розу Галику? Ну так чего же ты ждешь? Письменного приглашения? Посылаю ее по пневмотрубе. Держи. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, и я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Ах. Так, ну пойдем. Сама ты где? Отлично. Включает сигнал, помогает избежать. Ну, хорошо. Вот они все примерно однотипные. Постоянно думаешь, что же сменить. Так. Покурим маленько с горя от того, что тут происходит. И там все никак не получается у нас выбраться отсюда. Это печально. Подключала систему безопасности, так что стрельбы не будет. Заходи ко мне в кабинет. Ну хорошо, как скажешь. С другой стороны, вот это вот меня наталкивает на мысли, что сюда кто-то сейчас будет ломиться. Но с другой стороны, я не могу ничего с этим сделать. То есть мин у меня нет. Поэтому давайте... Давайте как-то осматриваться. И готовится к худшему. Кто сказал, что старого пса новым фокусом не выучить? Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать япошек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам, Адам, Адам. Джин помножить на атомную бомбу, помножить на Еву и змея. И поглядим, что из этого выйдет. Так, ребята, я все понимаю, но сейчас вот эти штуки, по-моему, включатся через 2 минуты, поэтому нужно поспешать. Давайте двигать. Как бы не хотелось. Подожди. Что нам тут нужно? Пару аптечек. И инъекция Ева, да? Давайте. Возвращайся, когда будут деньги, приятель. Хорошо. Так, этот конвертер. Собрать мы ничего не можем. Давайте поспешим, потому что сейчас что-то все-таки будет. Здесь все окей. Блин, меня готовят, просто сейчас будет мясо, это очевидно. Вита Чеймбер, опять же.
Опять видок. А вот и ты. Джулия, мы заключили сделку, ты и я, разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата ЛАЗ. Погодите. Нет, прошу вас. Право собственности – это цивилизация. Мистер Райан. Мистер Райан. Отлично. 9, 4, 5. Офигеть. Всякий раз, когда мы продвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля. Не волнуйся, Атлас, все будет хорошо. Капец, только пришли к тетеньке, тетеньки не стало. Райан, ты за это ответишь. Я 25 лет убивала деревья. В Беркли еще в 20-х. С японцами на Ивадзиме. Но никогда еще не возвращала их из могилы. А теперь получилось, Мэйки. Мамочка вырастет свое первое франкен-деревце. Назову свое творение препаратом Лазаря. Может, это и мою карьеру тоже поднимет из мертвых. Управление туманообразованием. Это то, что нам нужно. Но сначала придется открыть сейф. Открыть мы его сможем, конечно же, вспомнить. Тихо. Кто-то ходит? 9, 4, 5, 7. Да, дела. Райан, такое ощущение, что просто следит за нами. И все наши шаги предугадывает. Так, 9, 4, 5, 7. 9, 4, 5, 7. Отлично. Это элементарно. Я на самом деле помнил этот момент. У вас есть сложное задание. Select и открыть вкладку задания, посмотреть все части этого задания, выбрать активное задание. Это подсказка была, что ли? А, это мы сейчас... Понятно. Это нам нужно по всему сейчас этому уровню мотаться, искать разнообразные элементы, да? Хорошо. 7 частей дистиллированной воды в Аркадии на продуктовом рынке. Хорошо. Так, а это что за убер-пушка? Большое финальное глушило 9000. Или просто BFG. Big freaking gun. А потом мы все это сюда, похоже, вставим, да? Вот тут у нас есть такой разъем. И повернем вот эту ручку. Ну что, давайте попробуем. Прикольно, это просто огнемет. Так, хорошо. Я, честно говоря, не ожидал такого поворота. Когда увидел, что ее начало задувать, сразу понял, что произойдет в следующий момент. Какой бардак. Господа! Да с такого расстояния я вас из пистолета убью. Да добежать не успеете. Еще тратить на вас мега оружие? Ну уж нет. Спокойно. Истекаю кровью.
боюсь. Ты сейчас умрешь. Я... Вообще боюсь, да, Срашкин? Иди сюда. Давай. Ого. Вот тебя только не хватало. Ненавижу. Ненавижу этих поганцев. О, тут папочка ходит. А у нас на этом уровне сестрички уже получены, так что смысла-то его убивать. Ай-яй-яй-яй. Он сюда идет, что ли? Точно сюда идет. Так, ну сейчас что-то будет явно. Пушка не будет тебя стрелять? Блин, я не так этого делать. Все время забываю, что пушка, если в нее просто, то есть попробовать тыкать пальцами, ничего не произойдет. Нужно ее сначала током шарахнуть, потом она будет уже реагировать как-то. Папочка. Окей. Неужели выйдет? Я ж спас. Нет, смотри, не уходит. Ну и, соответственно, тебя убивать смысла особого нет. Ну и слава богу, потому что настоящая главная боль. Тихо, тихо, тихо. Там еще есть. Так, окей. Блин, сейчас пока он допрется, я уже тут посидею. Патроны я же могу купить. Добро пожаловать на распродажу! Ну, на ту пушку не могу. Папочку не зацепишь? Блин, я сейчас... Уйди. Ненавижу механизмы в этой игре. Да не выйдет никто, я спас всех. Так что хоть ты парься, хоть ты не парься. Что? Никто не придет. Так, по итогам, как нам быть? То есть... Подожди. Найти 7 частей дистиллированной воды. Но указателя нет никакого. То есть придется тупо все обыскивать, что ли? Или мне нужно будет сначала сюда выйти? Вот и слава богу. Окей. Кто-то есть уже. Показалось. Больше всего вымораживает то, как орёт главный герой. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Это глюк, я так понимаю, все-таки. Да. Вот, хорошо.
Герой орет, как будто я не знаю. Его как будто не стреляют, а что-то другое делают. Так, это кто это там идет? Свистеть не надо. Денег не будет. Вот здесь мы и не были еще. Помните, в начале серии мы мимо прошли? Все, падай. Лучше сразу ее убивать, потому что пока убьешь эту штуку. Вообще, давай пусть полетает с нами. 15 баксов. Окей, устраивает. Я назову тебя Фламей. Сейчас просто вот у вас, вот увидите, голова заболит от этого шума. Он постоянно будет... Прикольно придумали. Делать деньги из воздуха в прямом смысле. Так, это все хорошо, тут мы были. Здесь мы боролись с папочкой. Вон он лежит, кстати говоря. Это просто плохой квартал. Да уйди ты! Ненавижу мигающий свет. Я пришел сюда. Отлично. Что? Аркадия, место каникул. Ну да, это местный курорт такой. Это чертовы фанатики! Опять они. То где, покажись. Все, до свидания. О, хорошо, улучшение оружия. Ну, конечно же, Томми Ган. Сейчас посмотрим, это будет просто праздник на нашей улице. Во как. Теперь он выглядит еще смешнее, но бить будет еще больше, по-моему, вернее, еще больнее. Два улучшения на каждую пушку, и мне кажется. Если два, то надо будет качать в следующий раз либо револьвер, либо дробовик. И то я пользую довольно редко, но как оружие последнего шанса нужно выбрать что-то одно. Добро пожаловать на распродажу! Так, что мне надо? Да ничего, по сути, не надо. Вот теперь у меня убер-пушка. Теперь враги начнут просто умирать. Это меня радует. Блин, да что ты делаешь, Варфоломей? По всем стенам. Я не знаю. Кассир. Что-то как-то плохо кончил, похоже. Нормально так. Откуда берутся такие, как я? Следите. Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко.
глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Материнский инстинкт. Знаешь что? А ты сволочь, Экс. Тененбаум. Вообще, это она виновата в том, что вот эти вот мамочки появились. Им нужно было просто больше Адама для их работ с этими моллюсками. В итоге появились ее стараниями. Да офигеть. Что это такое? Не, ну понимаете, что наш герой, он явно тоже непростой человек, не случайный. В Биошоке такого не бывает. Так, продуктовый рынок. Хорошо. Фермерский рынок. Человек создает. Паразит спрашивает. А где моя доля? Человек отвечает. Да пошел ты. Хорошо. Вообще вся вот эта идеология у них, она просто достойна похвалы, но это все-таки такая утопия, которая превратилась в антиутопию. Один готов. Джулиет, если хочешь проводить время с моими пчелками, что ж, мне придется брать с тебя деньги за удовольствие. Если я еще раз выйду и обнаружу, что ты толчешься рядом с моими ульями, то возьмусь за ружье. Что ж до твоего вопроса? Да, я хоть и с трудом припоминаю, чему учат в школе пасечников, но вроде там что-то было связано с тем энзимом, о котором ты столько болтаешь. Если еще воспользуешься моим, я возьму за ружье. Таким голосом. Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря... Почему ты начала проигрывать по второму разу? Отлично. Опять ты приехала. Зончик прикольный. У меня всегда было... Ой, япона мать! Как я не вовремя заговорил. Всегда была слабость вот такой вот музыки. Тех времен. Что джаз, что... Что? Мне показалось, я что-то сказал только что. Ладно, неважно. Короче говоря, давайте на этом, наверное, закончим эту серию. А в следующий пойдем по этому продуктовому рынку и посмотрим, сможем ли мы найти тут все, что нам нужно, эти энзимы. Я думаю, это будет довольно интересно, потому что местность, как я вижу, открытая. Какие-то вывески. Вообще, локации интересные. Вот кроме той, на рыбозаводе, которую, честно говоря, хотелось пинать. Остальное все просто супер. Надеюсь, вам тоже понравилось. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.